В прямом эфире 7 канала «Новости» в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. На Минском саммите Украина будет требовать полного прекращения огня на Донбассе без каких бы то ни было дополнительных условий. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на расширенном совещании Кабмина с председателями облгосадминистрации в Киеве. Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. И будут говорить одним голосом. И ключова позиція. Ми наголошуємо і наполягаємо. Нам потрібно безумовне, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню. Але якщо наші пропозиції будуть відкинуті, і я, і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введенню воєнного стану на всій території України. Ну а тем временем новый теракт в Одессе, на этот раз в жилом доме на улице Коблевской. Против кого именно он был направлен, пока неизвестно. По одной из версий, мишенью стала известная семья одесских интеллигентов. Пострадавших нет, однако само здание серьезно повреждено. В ситуации разбирался Константин Гак. Раму повыносило. Если с третьего этажа оттуда, сколько здесь, 50 метров? Залетела рама отсюда. Мы слышали взрыв, выглянули в окна, увидели кучу осколков тут, выбежали, в чем были одеты, посмотрели все, ну, было очень страшно. Взрывное устройство было мощным, по меньшей мере килограмм в тротиловом эквиваленте. На всех трех этажах дома выбило двери, в эпицентре насквозь пробило пол. Слідством відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Наразі матеріали збираються міліцією, хоча це підслідність Служби безпеки України. В пострадавших квартирах знаходилось з десяток чоловік, однак обошлось без жертв. Пострадавших ні, жертв ні. Что было мишенью террористов, неизвестно. Бомбу оставили у дверей хостела на третьем этаже, однако там не знают, чем могли привлечь внимание подрывников. Все нормальные ребята, молодые, работают в Одессе. Никаких политических волнений никто не указывал, поэтому у нас нет никаких подозрений по поводу постояльцев. Нет никаких угроз, ничего не было, никаких обсуждений. Все спокойно и везде, во всем доме было спокойно. Напротив хостела квартира известной семьи одесских интеллигентов херсонских. По их мнению, бомба предназначалась именно им. Двойная дверь, металлическая дверь, она просто вот согнулась, как консервная банка, выбила двери в других комнатах. Трещины пошли по потолку, я думала, что и потолок рухнет. В квартире прописан режиссер Михаил Херсонский. Сейчас он как раз снимает фильм о революционных событиях в Одессе. Его отец Борис недавно писал о взрывах в городе и их заказчиках. Что есть основания предполагать, что это связано с публикациями, с интервью, которые давали прописанные, но не проживающие в этой квартире. К счастью для нас, к несчастью для злоумышленников, Борис Херсонский и Михаил Херсонский. Этот теракт – первый, произошедший в жилом доме. Ранее подрывники выбирали только волонтерские центры или другие патриотические организации. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал. Марк Гордиенко принес свои извинения одесситам за инцидент с директором телеканала «Круг». Я напомню, 9 февраля представители Совета общественной безопасности и Автомайдана пришли в редакцию, чтобы вручить иск журналисту и ведущему «Круга» Александру Каменному. Они обвинили ведущего в клевете. В своей передаче тот заявил о причастности Гордиенко к организации взрыва, а также о том, что во время конфликта в Одессе актер Алексей Панин отдал 20 тысяч долларов за свою свободу. В результате в редакции началась потасовка, в ходе которой пострадал директор телеканала Игорь Хотин. Его били и волокли по лестнице. Мы люди, скажем так, которые, а, готовы признавать свои ошибки, б, делать из них выводы. Больше никогда Рада громадской безопасности не будет приходить в том формате, в котором были. Будем присылать курьером. Марк Гордиенко произошедшее считает провокацией со стороны Игоря Хотина, который, по его словам, не раз был замечен в организации преступлений. Когда фактов вообще нет, и просто ложь становится вот, ну, краеугольным камнем журналистики господина Каменного, ну о чем тут говорить? Поэтому мы подали на него иск. Произошел инцидент, за него я лично извиняюсь.
Ну а после случившегося Марка Гордиенко, Евгения Резвушкина и Игоря Яковлева исключили из общественных организаций Евромайдана. Ну и к другим темам. 36 детей из Луганской области прибыли в Одессу. Переселенцы приехали утром на поезде Харьков-Одесса. Подростки в возрасте от 7 до 16 лет поселятся в детском санатории «Люсдорф». Подробнее расскажет Ольга Голодова. Саша приехал в Одессу на 3 недели, потом уедет обратно. Мальчик рассказал об ужасах на своей родине. Ну, слышали, конечно, да. Из горы там градами, гаубицами стреляли. Слышали вас рассказывать? Мы там в подвале не прятались, но стекла сильно дрожат. Ехать на поезде ребятам понравилось, и они успели подружиться со сверстниками. Мы очень хорошо ехали, вот это, ну, с Харькова в Одессу. Нам очень понравилось. Я с Петровки. 26 ребят приехали из города Счастье, еще 10 из Станично-Луганского района. Как там у вас сейчас? Да я не знаю, выезжал, нормально все было. Детей сопровождают 4 учителей. Мы 10 дней были в Северодонецке, пока группа формировалась. Потом вчера автобусом до Харькова и вот с Харькова поездом. Некоторые из ребят останутся в Одессе на несколько месяцев. И чтобы не отрывать их от учебного процесса, госэкзамены, внешнее независимое тестирование школьники будут сдавать в Одесской области. У нас в Счастье, где мы живем, постоянно бомбят, каждый день куда-то летят. Мы решили детей вывести. Много 11-классников, потому что им надо получать официальный документ, определяться с ЗНО, поступать куда-то. За детьми приехал автобус, на котором их увезут в поселок Черноморка. В Одессе, как и в Харькове, ребятам устроили теплый прием. Мы когда приехали в Харьков, мы не знали, что нас будет встречать. Нас там много детей встречало, мы сразу подружились. Покинуть родной город Счастье, говорит Дима, было тяжело. Мы выехали, когда мы пришли к школе, к автобусу, начали стрелять. Очень близко приземлялись. Именно в Одессу. То, что нам обещали еще до Нового года нас сюда вывезти. Оксана устроит детей в санаторий, а сама вернется домой. Когда выезжали, родителям говорили, что если вам нужно будет приезжать, будет забирать сами. Пока идет активная фаза, а то туда детей возить нельзя. Вот сегодня мы встретили очередную группу детей. Дети не сироты, дети имеют родителей. Ну, родителям, конечно, спокойнее отправить детей из зоны АТО в более спокойные города. В Одесской области дети пробудут 2 месяца официально. А дальше все будет зависеть от боевых действий на востоке Украины. Ольга Голодова, Сергей Чумаков, 7 канал. Быть или не быть Юморине 2015? Именно этот вопрос обсуждали сегодня в Доме клоунов. Сошлись на том, что в тяжелое время для страны людей нужно отвлекать. Юморина в этом году, скорее всего, будет, но, безусловно, не в таких масштабах, как раньше. 1 апреля не обойдется без уже привычной комедиады. Ну а что касается торжественных маршей, то они пока под вопросом. Мы тоже думали о том, что нам нужно отменять комедиаду, потому что без финансовой поддержки нам казалось, что это практически невозможно. К нам стали приходить не просто письма и телефонные звонки, а просто люди приходили в театр и говорили о том, что нам безумно тяжело эмоционально, психологически, психически. Пожалуйста, не отменяйте комедиаду. И Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, и Британия в 2 раза увеличивали бюджет на культуру. В 2 раза. Потому что людей в такой ситуации, когда они подвергаются массированной атаке психологической, вот этого ужаса, их надо лечить сейчас, а не потом, потом будет поздно. Ну а если вы активный и творческий человек, предлагайте свои идеи для организации праздника на 1 апреля. Для этого можно обратиться по телефону 067 556 82 92, либо напрямую в Дом клоунов. А вот желающие поучаствовать в фестивале «Комедиада», заходите на сайт maski.com и заполняйте анкету участника. На этом пока все. Увидимся в 6 вечера.